сказал, что по поводу дома, восьмого этажа. Теперь твои люди, которые ты поставил здесь, дежурят. Они должны стоять внизу и вообще никого не пускать в этот дом. И все будет нормально. Кроме наших минометчики, хуетчики, кроме наших людей. ПДКшка, вы тоже хотели. Motorola Givi, можно дать обновление, причем положение аэропорта сегодня много рассказывает, чтобы украинские наступления. Вот. Какое? Ну, наступление было, мы отбили, аэропорт находится под нашим контролем. Все замечательно. Ведем оборону аэропорта. Все хорошо. Что там еще рассказывать? Рассказывать больше нечего. А что будет дальше, Гиви? Дальше. Дальше. Киев. Я им, сука, устрою сладкую жизнь. Это обещаю. Да, Дагаса, блядь. Сейчас все сделаем. Они ведь тебе должны учить. Мы здесь, да, за остальное. Батю не бросим. Гиви, мы давно не общались с интервью. Ты скучал по мне? Да пиздец. Сейчас поедем. Да я просто домой хочу. Моторола, как у тебя сегодня? Как у тебя сегодня, Моторола? Отлично все. Все отлично. Поматюгались, покричали. Где это? Где это? Моторола, был слух, чтобы ты погиб. Ну ты ж бачишь, что я жив. А ты даже приподнял. Голова целая, плечо на месте, все замечательно. Мой друг жив-здоров. Я сказал сегодня этому каналу. Голову пришили, плечо пришили. Грэм, я сегодня этому каналу сказал, блядь, что украинские политики, такие... Сопливые командиры, блядь, могут у меня трое только отсосать. Нежно и ласково, желательно, конечно. И у меня тоже. Ребят, давно секса не было. Хорошо. Спасибо, Гиви, спасибо, Моторола. За здоровье. Тебе тоже. Отлично.